Год назад областная федерация профсоюзов пополнилась еще одной общественной организацией. Ими оказались работники службы ЗАГСа. Итоги работы профсоюза подвели на областной коллегии ЗАГС, где кроме этого обсудили итоги деятельности службы за 9 месяцев. Продолжить свои отношения решили подписанием еще одного документа – соглашения о сотрудничестве. Согласно ему, теперь областная федерация профсоюзов и служба ЗАГС будут обмениваться информацией и опытом, а также взаимодействовать на различных мероприятиях. Ну и самое главное, через сотрудников, работающих в областном ЗАГСе, мы будем иметь контакт по всей территории Ульяновской области. Мы, поскольку понимаем, что они представляют интерес каждого муниципального образования. Александр Васильев отметил, что первичная профсоюзная организация призвана создать комфортный микроклимат и хорошую социальную обстановку. С этим сотрудники службы справились на отлично. Анна Тищенко, Даниил Сурков, Новости Ульяновской правды.